23 октября состоялся заключительный тур чемпионата Смоленской области по футболу. Свою последнюю игру провел и десногорский автомобилист. В матче с командой из Ростовля наши футболисты одержали победу со счетом 4-1. По результатам 22 туров автомобилист сыграл 20 игр, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В общей сложности игроками нашей команды было забито 69 мячей. Это позволило выйти на третье место в турнирной таблице. А нападающий команды Денис Арлашин занял второе место среди бомбардиров чемпионата, забив 26 голов, среди которых один пенальти.